Арсен, привет. Привет, Сергей. Расскажи, что сегодня произошло в кафе? Утром проснулся. Вместо выходного я решил приехать к нам в кафе и приготовить хинкали. У тебя сегодня выходной? Сегодня же 2 января. Мы не работаем, но я не мог спать ночью. Я хочу творить, я хочу готовить. И мне мысль пришла приготовить хинкали, которые мы не готовили у нас. И бывают такие моменты в жизни, что ты начинаешь вспоминать прошлое. И вот это, что ты ел, что ты пил. И вот именно утром мне захотелось поесть хинкали. Да, мы приготовили. Опыт у нас небольшой приготовления хинкали. Вы знаете, мы готовим шашлыки. Но вот мы приготовили, я думаю, 4 с плюсом можно поставить за наш хинкали. Потому что мы сделали своими руками и от души. Поэтому все маленькие вот такие мечты пусть сбываются в этом новом году у всех, кто желает. Не будем поднимать алкоголь, просто словами я скажу. Наступающим Рождеством Христа и с Новым годом вас, дорогие наши любимые жители города Шелково и тех, кто живет в нашей стране огромно. Ну а теперь давай посмотрим, что получилось, да? Мы с Марией приготовили хинкаль, и мы сейчас будем его пробовать. И покажем, как правильно пробовать. Вот такой глиной посуде мы подаем. Ой, огурчики наши чуть не улетели. Вот такой наш хинкаль большой получился. Мы тарелочку откладываем. Давай понюхаем. Сейчас будем пробовать. Да, сиди, сиди, сейчас понюхаем. Понюхаем. Нравится? Сейчас мы что сделаем? Черный перчик должен быть свежий, обязательно должен быть свежий. Я только себе, а мне не надо. И мы сейчас покажем, как правильно кушать хинкали. А мне не надо перчик. Да, Маш, ты перчик не будешь. Мы сыпем черного перчика сверху, вот так. А я как буду? Немножко зеленушки. А я как буду? Вот так, можно и без зеленушки. И давайте будем кушать, покажем. Вот такую большую хинкали мы приготовили с Мари и будем пробовать его. И начнем его, как правильно, надо его есть. В первую очередь, что мы делаем? Срезаем. И сейчас увидите, какой сочный фарш будет. Это срезаем. И вот эта часть тоже. И смотрите, какой фарш получается. Что это? Где наш фарш? Это мама хинкали. Мама хинкали. И вот родились 8 больших, маленьких, от больших маленьких хинкали вот такие, да? Мама хинкали оказалась. Дети. Да, здесь 8 маленьких хинкали. И чтобы его попробовать, да, нам надо будет снова Машке. Перчик мы не кладем, Машке, давай, я тебе вот это отдельно, вот это вот здесь перчик папа посыпи, вот здесь, а там, в которой нету перчик, ты не будешь, и внутри такие у нас хинкалики получились маленькие. Да, да. Малыши. Добавим зеленюшки вот такой, да, Маш? А мне не надо. Ой, так, и давай, давай я тебе положу маленький вот такой хинкали. Да, хочу. Да? Вот такие. Ты знаешь, как это кушать? А там перчик. Перчик мало-то, Маш. Ты знаешь, как правильно? Вот бери за хвостик. Правильно. Вот, и отсюда хвостик бери. Ковыряю вот эту. Да, зеленушкой ты не будешь. Хорошо. Но это не надо кушать. Ты вот так бери, бери. Вот смотри, как папа кушает, Маш. Хорошо, за хвостик бери. Смотри, так. Маш. Да я уже беру. Бери, бери. Вот так за хвостик бери. Вот так. Вот так, хвостик. Бери и вот. Хвостик не кушаю. Сейчас еще хлеб сделал вкусный. У нас получилось сегодня маленький такой, не знаю, Сергей, ты правильно назвал? Это мама хинкали. Почему мама хинкали? Потому что мы приготовили один большой хинкали. И мы раскрыли, а там появились еще 8 маленьких хинкаль. И на самом деле мы так и назовем наш YouTube-канале, наш ролик «Мама хинкали». Правильно, Валентина?
Как говорится, видишь, Сергей пришел и назвал то название, которое мы хотели. Мама Хинкали. Спасибо тебе, Сергей, что ты пришел. И, как говорится, вот этот момент, когда мы уже окончание нашего вот это съемки сегодняшней, и ты нам помог придумать название. Спасибо вам. Спасибо, дорогой. Спасибо.